Бензин подорожает. В Казахстане ожидается повышение цен на топливо. Об этом сообщили в Министерстве нефти и газа. Однако карагандинцы оказались не согласны с таким решением. Почему, выясняла Аида Ибраева. Сообщение об увеличении цен на бензин, поступившее от Министерства нефти и газа, неприятной новостью обернулось для карагандинских водителей. Увеличение цен они считают решением неправильным. Для простого народа это, конечно, тяжело, ведь все мы добираемся на работу на машинах каждый день. Бензин дорожает с каждым годом, это же неправильно. Если бы цены держались на одном уровне, народу было бы легче. Тем не менее, изменение цен на топливо объясняется возможностью дефицита на нефтепродукты. Ведь большая разница стоимости продукта между соседними странами неприемлема для рыночных отношений. Самым большим поставщиком бензина является соседняя Россия, в которой цены на четверть выше, чем в Казахстане, вследствие чего и необходимо выравнивать цены. А вот по мнению карагандинских водителей, с повышением цен должно повыситься и качество продукта. Но если такое же качество бензина, то просто будет ужасно. Почему? Я не согласен, потому что бензин плохой, во-первых, у нас в Казахстане. И во-вторых, если еще цена будет повышаться, вообще это будет полный беспредел. За прошлый год цены на автомобильное топливо возросли примерно на 3%. Скачок небольшой, однако для казахстанских водителей даже такие изменения очень значительны. Ну просто уже некуда, и так дорого. Однако в феврале этого года автовладельцы могут быть спокойны. Стоимость бензина останется прежней, ведь вопрос о регулировании цен еще является открытым. Аида Ибраева, Олжас Габасов, Марат Кутенов, Первый Карагандинский.